Запрещенная нагрузка на Мызинский мост. Большегрузы, которым со вчерашнего дня въезд на мост запрещен, игнорируют знаки. Вчера мы рассказывали, что до ноября Мызинский мост будет поставлен на ремонт. Движение теперь будет осуществляться только по двум полосам в обе стороны. И теперь там стоят знаки о том, что большегрузам въезд на мост запрещен. Но фуры эти знаки игнорируют. Много большегрузов проходит, проходимость места большегрузов. Только они создают пробки, потому что личный транспорт намного интенсивнее и быстрее едет. Вообще невозможно ездить, пока он тронется, пока туда-сюда, там целые истории с ними вообще. Вот знак вести, и вот они все едут. Там с той стороны то же самое, и опять они здесь едут все. Ну и как? Есть объездная дорога, пожалуйста, езжайте. Все нормальные города, во всех нормальных городах ездят по объездным. У нас единственный город, наверное, все прутся через него. Мост просто разрушается. Мимо знака проехали, почему едете? Не разгрузка, загрузка там. А куда ты денешься? А объезд? Где пробки объезд? Куда развернуться? Где? Где? Вот здесь у меня навигатор как ведет и сюда. Я город-то не знаю. Вы же понимаете, что вас сейчас там внизу штрафуют? Ну, там стоит полиция. А что мне делать? Что делать? Вот за мостом прямо у меня выгрузка. Наверное, вообще должны по южному обходу ездить. А в город их там либо в определенное время запускать должны. Их нужно в обход пускать. Сделали же объездную. Обход объездной. Их напрямую хотят выехать. Экономика ГСМ подняли сейчас. Вот по городу быстрее проезжают они здесь. Конечно, объезд это много километров. Если считаешь, что 100 километров почти уже. Объехать сюда, да? Вот на 6 у меня еду я. Как я приеду? Делайте мост нормальный. Делайте. Я платом плачу, да ведь? Делайте нормальные дороги. Нормальный мост делайте. Мне на 6 надо. Как вы подумаете, как мне объехать? Как объехать, скажите? Нет, ну есть объездные же. Южный вот. Обход есть, другие да. места. А мне сколько за это? У меня машина своя. Сколько мне на топливо денег уходит? Не знаете вы? Посчитайте. Ему легче штраф заплатить.